Это позволяет не отменять занятия, несмотря на температуру за окном. Также ведется постоянный мониторинг заболевших. Врач обходит все классы, беседует с детьми о мерах профилактики. Руководство пошло еще дальше, изменило ежедневный рацион школьной столовой. Помимо того, что обычно идет витаминизация, в обязательном порядке вот в дни, когда идут всплески заболеваемости, включаются, так скажем, специальные профилактические салаты. Это луковый салат, обязательно раздается чеснок, детям на столы раскладывается. Также в кабинетах всевозможные, особенно с малышами,